Кожний шостий юнак в Одесі має урологічні проблеми, викликані інфекційно-запальними хворобами. А зі 116 дівчат, які звернулися до консультацій, 74 записали на диспансерний облік. Для профілактики венеричних хвороб та збереження статевого здоров'я молоді лікарі-урологи та гінекологи проводять у навчальних закладах бесіди з школярами та їх батьками. Мы рассказываем о том, что может привести к этому заболеванию, как нужно себя вести, какие есть методы лечения, так, чтобы дети не боялись об этом говорить. Вопросы очень широкого профиля, действительно, за такое непродолжительное время все рассказать невозможно, но, тем не менее, стараемся разобрать наиболее интересные случаи, это какие. В первую очередь, вопросы аномалий развития физиологических, которые встречаются у детей такого возраста. Затем вопросы гигиены и, скажем так, меры профилактики воспалительных заболеваний у детей. За 9 років програми «Тобі – майбутнє Одеси» лікарі поспілкувалися вже з 30 тисячами дівчат та з 5 тисячами юнаків. Лікарі задоволені результатом. Репродуктивне здоров'я молоді помітно покращилося. Школярі менше побоюються розмовляти з медиками на інтимні теми. В городе Одессе уменьшилось количество рождения в подростковом возрасте. То есть 13 лет, 12 лет мы сейчас не фиксируем. В городе Одессе были такие случаи, к сожалению, большому, и прерывание беременности в таком возрасте были. Это сейчас как-то все-таки меньше. Эта программа имеет достаточно большую разъяснительную такую работу. Мы проводим среди учеников. Эта работа не просто там лекции банальные какие-то, это беседы, это ответы на вопросы. Это интимные, абсолютно такие сокровенные откровения наших молодых людей и девочек, то, что можно доверить самому близкому человеку, то, что после таких общений увеличится количество посещений мам с девочками детского гинеколога, то, что входят отцы и матери с мальчиками к урологу.